потом на старте легче выступать. Да, у мужчин это так, они где-то экономят, но это уже появляется у профессионалов. Мне кажется, это не только экономия, это только вот такой дополнительный еще всплеск соревновательной вот такой активности, да, и общего эмоционального настроя, чтобы он дает возможность показать нечто большее, на что ты способен, как бы в нормальной, размеренной, да, такой расслабленной основке тренировки. А потом это все надо показать на старте. Может быть, а у женщин наоборот, да, получается? Получается, да. Как в случае у Людмилы Арефьевой, в данный момент произошло именно наоборот. Да. Но смотрим. Но вот и все, видите, как получается. Это ее второй или третий подход? Второй подход. Вот так и получается. А Люда у нас 12. Я думаю, что это бремя лидерства. 112. Вот такое у Айзел Осгур, при том, что она достаточно молода, 21 год. Вот немножко нетехнично сработала, так скажем, накинула штангу. А гриф, он, понимаете, могут две спортсменки быть абсолютно готовы к одному и тому же весу взять. Но кто выигрывает, тот, кто более технично поднимает штангу. А сейчас мы постепенно пришли к мировым рекордам. Да. Поскольку 116,5, именно такой вес заказывает Сули Сахба для своего третьего подхода. И я так понимаю, что именно к такому же весу будет затем подходить и другая турецкая штангистка Айзель Осгур в своем третьем подходе. Да, она уже пойдет тоже на этот же вес. Мировой рекорд европейский также равен 116 килограммам в рывке. И нет, турчанка уже 115 сделала. Сделала или нет 115 килограмм? На мой взгляд, нет. Нет, да? А, вот она подходит. У нее еще третий подход, да. Просто на табло не переименовали. 116,5. Сейчас Сули Сахбас, 116,5. Попытка установить мировой рекорд. Я так понимаю, что уже не первый за сегодняшний день. Кстати, был сейчас. Ой. Бориса, но уже не засчитают, коленом коснулась. Все уже, да. Ой, молодец, хорошо боролась. Очень интересно даже. Вопрос. Почему на некоторое мгновение на табло мелькнул мировой рекорд во втором упражнении, на который ты якобы собралась, а потом раз и все исчезло? Я скажу так, подсознательно я где-то его приберегла для других соревнований. Для более крупных стартов. Это чемпионат мира, может быть, даже Олимпийские игры. А то есть ты взглядом в будущее. Да, взглядом в будущее. Когда я не взяла этот вес, я вышла, Сережа говорит: «Эх, Валюнчик, ты, наверное, устала уже бить мировые рекорды». Ну, отдохни, ладно. Он меня успокоил, и дальше продолжали уже другое упражнение. А я так понимаю, что уменьшается вес на штанге, 115 теперь, и Айзель Осгур в своем втором подходе. В принципе, это единственное уменьшение, которое разрешено правилами, да, только на допускается в случае мирового рекорда, когда вот он не да, кратен 2,5 килограмма. Да, идет подсчет, да, чтобы кратный 2,5 килограмма. Итак, Айзель Осгур. Нет. Также нет. Вот ее защита только первая. Она даже проигрывает нашей Людмиле Арефьевой. Да, по собственному весу Сули Сахбас, наоборот. Нет, даже Мананова и Венере. Потому что Венера легче у нас, Люди Арефьевой. Нет, в конечном итоге, как я понимаю, Сули Сахбас, которую мы наблюдали чуть-чуть до этого, которая предпринимала попытку побить мировой рекорд, как бы сейчас, после по итогу первого упражнения, занимает первую строчку. 112,5. Таков.